Мой папа мечтает о Северном полюсе. Он мог бы построить арктический самолет. Моя мама мечтает написать историю про пиратов. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Программистом. Скидки до 30% на эксклюзивные наборы в сети сертифицированных магазинов Лего миркубиков.ру. И всем привет, дорогие друзья, с вами Старая Бородатая Лагер и Мистик 31. Кстати, мист... Hello, здрасте. Я тут недавно спрашивал, я, конечно, знаю ответ, но давай и ты ответь. Почему 31? Потому что столько лет мне было 8 лет назад. Вот, теперь вы знаете, почему у Мистика в нике 31. Итак... Ой, это у меня юбилей через год, погоди, 40 лет будет, как праздновать-то будем? Юбилей, 40. Так тортик, тебя тортик, 40 рублей. Смотри, тортик. Ой, так уже приготовили, глянь. Да, уже приготовили тортик. Ну что ж, да, ребят. Я кушать не особо хочу. Сегодня мы будем проходить карту от Макса Ассасина. Он... Зачем ты пишешь САС? А зачем ты пишешь САС? А, что теперь я пишу, какого фига? Почему теперь ты пишешь САС? В общем-то, он написал, что карту сделал не специально для нас, но сделал он и хотел, чтобы мы прошли. Мы пройдем ее, мисс Д. Мне нравится эта кнопка, ты там проходи. Самая нужная кнопка в мире, написано же, но что ты делаешь? Подожди, инфа о карте, тут столько много САСов, давай ты САСнешь САС. А, погоди, лагерь, смотри, тут написано, телепортировать всех в лобби. Если кто-то появился не там, где нужно, или просто глупый. У нас в данный момент 2 глупых человека на карте, нам нужно дважды нажать на эту кнопку. Я один раз нажал, у меня глупости больше нет, нажимай ты. Да, я капец, ты глупый, фу! Да, я ж уже нажимал, кнопку. Ты что, не все за тебя приходится делать, все, тупо. Все, погнали, я все прочитал. Ярик, ты прочти тоже, давай быстренько, знаешь, прочти, там 7 страниц всего. Так добро что-то. Пожаловать на карту Кобарт, правила не используй, что ты не ломать карту, она не виновата. Играть от 2 до 4 игроков, веселиться здесь и в другие страны, в других они как игры У меня язык заболел, можно мне немного отдохнуть или поджиматься на нем, чтобы размять себя? Нет, ты можешь этим язычком облизать тортик мой. Ну ладно, после нажатия кнопки старт вас забросит на случайный край карты. В этом месте вы будете возрождаться, если умрете. Ваша цель добраться до центра карты. Да ты это, заткни свой рот, пожалуйста, ты глупый человек. Нужно было больше на кнопку нажимать, ты слишком это глупый до сих пор еще. Ваша цель добраться до центра карты первым. Как это читать не буду, лагерь, забери книжку. Выбрать красную, кому-то выбрать синюю, кому-то выбрать. Я выбрал синюю. А я выберу зеленую, потому что я люблю. А что я синюю-то выбрал? А что я зеленый-то? У меня синяя у тебя, у меня в комнате есть синяя, что делать? А мне что, все получается забирать, да, бронь? Чувак, ты когда-нибудь смотрел фильм, который называется Куб ноль? Да. Я, кстати, недавно пытался вспомнить его название, и ты мне только что подсказал. Тебе, спасибо, тебе, я теперь знаю, как его посмотреть. Чувак, тебе ничего не напоминает вот эти вот кубы? Не, я вижу, что тут просто есть несколько разных комнат, и в них разные испытания. Я пошел на паркур, и, кстати, я его уже прошел практически. Да, я прошел. Так... О, да тут монстры! И что, я должен это один типа проходить? И кто быстрее пройдет? Чувак, я не... Нам, походу, надо просто тупо выбраться из комнат, потому что... Братан, нам нужно, да, кто быстрее выберет, тот самый крутой. Поэтому давай так, я включаю геймод, выбираюсь первым, а ты будешь это проигрывать. Чувак, это короче, это... С геймодом нельзя, все, отстань. В любом случае... Это нечестно. Это было разве написано в правилах? Да. Там хоть дед... Ладно, тогда... Там 7 страниц правил. Там 7 страниц правил. Я уверен, что там написано даже не чихать во время записи. Поэтому давай не эту. А Баб Галю можно бить? А то я тут встретил Баб Галю, я не понял, она добрая или злая. Уверен, что нельзя, потому что... Капец, здесь комнат, братан, это жесть. Я тебе говорю, вообще парень постарался, как... А, да как так-то? Они меня изнасиловали прям втроем, больно было. О, фига, у меня теперь... А, братан, нужно было брать, короче, по одному, наверное. По одной части, там, брони, оружие, потому что тебе возвращают самое начало, и тебе заново это все нужно брать. А теперь мне придется проходить все те же самые испытания и снова этих мобов выбирать. Какого фига? Блин, чувак, это как в фильме Куб ноль, я тебе отвечаю. Да, это, конечно, все хорошо, только где мои вещи-то? Что мне теперь голым ходить? Ну, пофиг, я буду просто... Что можно сделать из какао-бобов и палок? Палку с какао-бобом и с какао-боб с палки. Я нашел, короче, говоря. Край карты. Это классно. А я нашел лабиринт, в котором комната... Ой, проход виднеется прямо с самого начала лабиринта. Типа, ты можешь никуда не сворачивать, просто прямо пройти на выход. Я не думаю, что там все так просто. Нет, там так и есть. Ай, увидел бы, ты бы офигел. Блин! Ай, по хп осталось как-то.
Лайер, я с самого верхнего паркура. Юрэндэдэкс. А что у тебя там хоть за испытание? Порассказывай, мне интересно. У меня здесь лава. Ну, типа, знаешь, что надо ходить аккуратно, чтобы в лаву не наступить. Комната из лавы. А я еще куда-то... Да почему так много мобов здесь? Как мне выживать-то? Там был меч, понимаешь? Там был меч железный. А у тебя не было меча с самого начала? У меня просто... У меня было три меча и броня, но как-то так получилось, что я взял все сразу и просрал. Это нормально? Так надо было делать. Так подожди, а вещи не сохраняются, да? Нет. А, то есть мне еще убирать нельзя? Чтоб ты знал. Чтоб ты знал, они не сохраняются, поэтому аккуратненько. Я просто некоторые комнаты просто пробегаю, потому что ну их нафиг с ними сражаться. Блин, опять на этот паркур, да как так? Яр? Братан, тут капец паркуров, а? У меня тупо желтая комната. Обоссанная, наверное. Ты шо? Степ-дэр... Не узнал, что ли? Это комната уринотерапии. Давай, да выпивай. Все, да, одна! Да, одна! Только! Рюмка саков на столе. Слушай, а. Это очень интересная комната, потому что... Потому что я не знаю, что здесь делать. Это очень сложно. А-а-а! Что? Блин, меня все равно убили, лагерь. Как так-то? Яр, короче, я тебе предлагаю проходить вместе комнаты, потому что ты... Да я... тут же у каждого разные комнаты! Так я, так все равно все комнаты одинаковые, как бы там ни было, просто... Ты думаешь? Ну, я уверен в этом, просто вся фишка в том, что давай вместе... Да как раз-таки они везде здесь разные, тут столько разных проходов! Я понимаю... Тут их просто миллион! Яр, я понимаю, что миллион проходов... Ну да, мы по одному, наверное, не справляемся. Ну да, мне тут жопу прям массируют круто. А что это, считай, массаж платный. Как? Это бесплатно. Меня ты тут... пишешь в гугле, что ли? Как играть с другом вместе в Майнкрафт на одной карте? Как телепортироваться к другу? Черт, он как-то спрятался... Господи Иисусе, короче... Когда ты слишком стар для этого дерьма, да? Нет, черт. Блин, где-то здесь был мой... Не понял, куда мой меч дели-то, алло? Меня опять от этого, того. Давай ты пешкайся ко мне, я в самом начале я тебе буду показывать свои испытания. Я пока на кактусе посижу. Яр, в принципе, кактус дело годное, просто вся фишка в том, что твою... Ну ладно, я сейчас к тебе приду, смотри, такой ТП, лагерь, здрасте. Аккуратно! Да давай быстрей, раб, давай быстрей. Да, Яр, у меня же все вещи есть! А зачем ты в лаву пошел? У меня же все вещи есть, если я сейчас... А! Пожалуйста, не вздыхай, я тебя прошу, есть ХП? Есть ХП? Половина, Яр, если у меня есть, я умру, я тебя убью, я тебе отвечаю, у меня все вещи здесь. А у меня вещей нету, можешь убивать меня сколько хочешь. Ой, а если я пойду, я тебя толкну? Ой, я... Яр, все, не делай так. Ладно, давай, ой. Назад там тупик. Подуй ножок, братан, больно. Иди. Там тупик, ну пошли назад. Иди а там. А куда идти, в какую сторону? Прямо я налево, не я знаю. Пошел налево. В том-то и дело, что это лабиринт. Так, сейчас, лагерь, я мастер выходить. Вот ты из пошел туда, смотри. Ты сейчас зайдешь в желтую комнату, в которой я ничего не понял. Так что если ты поймешь, ты будешь молодцом. Конечно, пойму. Смотри, иду такой, значит, прямо. Вижу огонь, вступаю в огонь, поджигаю свои пятки. Мне становится лучше. Так. О! Я нашел эту желтую комнату, братан. Мне кажется, нам если надо. Если поймешь, что там делать, ты будешь героем. Так, а я понял, кажется. И что ты там понял? У тебя есть лук? Твою ж мать! Лука-то у меня и нет, в том-то и проблема. Это комната на логику, понимаешь? Да, это я понимаю. Для нас. Я понимаю. Да, в этом-то и проблема, что я понимаю, что мы слишком тупые. Как так-то, я не понял, что в этом-то и проблема. Если бы в Майнкрафте можно было бы какать и кидаться какашками, я бы тебе подсказал бы одну идейку, что здесь делать. Но пока я как-то не подозреваю даже. Иди ко мне, нам явно сюда нужно. А, может быть, там нужно было в лабиринте найти... А лук себе? Вообще, как неплохая идея, может быть. Ну, только... А. И у меня тут, короче, зомби дерется со скелетом, это так классно. Же... Вот, на кого вот ставишь, это... Яр, быстрее, на кого ставишь, на кого ставишь? На лагерь, на победу. Я на победителя ставлю, можно? Я тоже поставил на победителя и победил. Есть! Фух, лагерь, а сколько мы денег поставили? Много выиграли. А так, поставили 100 тысяч, выиграли 70, по-моему, да? Так, погоди, мы же ничего не ставили. Что ты начинаешь? В смысле? Я же тебе сказал, ставь на победителя все мои деньги на коэффициент 10-0. Подожди, у тебя же нет денег. Ну. Так, а 0 типа... на 10, сколько я получаю? 3 тысячи, правильно? Ну, все логично, окей. Все, у тебя 3 тысячи. Братан, я в этой желтой комнате, что мне здесь делать? Уходи. Уринотерапией позанимался уже. А, ты что, уже прошел, что ли?
Ну, я просто ну, не... Ну, ты козел, ну, ты позвал бы меня, что я там стою в этом говне. Так я думал, ты сообразишь хоть что-нибудь, я же тебе сказал, что... Нет, я ничего там не сообразил. Я стоял, ждал тебя, пока ты сообразишь. Ты же у нас, это, умный. Я просто стою. Господи, я... Я спустился вниз, мне кажется, здесь еще... А, здесь не надо было вниз, здесь нужно было вверх. Ну, чувак, здесь вообще бесконечное количество... Ну, не бесконечное количество, но большое количество комнат, поэтому ты можешь идти куда захочешь. Так, а ты здесь был? Да, я оттуда пришел. А куда идем? А, тут еще одна дверь. Капец, за тут 3 миллиона дверей, что делать-то? О, конкретно лагерь, здесь, я понял, что надо открыть люки. Здесь? А я вот, смотри, поднялся наверх. Я понимаю, ну попробуй открыть железные люки, которые снизу. Зачем? Тут есть, смотри, сундук, в нем броня! Мне кажется, вещи у нас должны были сохраняться. Так не кажется? Нет, не кажется. А как люки открыть, какие? Вот там, смотри. О, они открылись! О, кайф! Так. Наверное, вниз, я пойду сюда. А, нет, так я туда не пойду. Мы опять разделяемся, что ли? Я давай туда не пойду, вместе. Я передумал. Пошли, пошли, здесь алмазы. Да. Мне нравится. Мне нравится здесь такой... алмазы, а там сатана. У, братан. Дай мне что-нибудь, слышь ты. Эй. Да не, у меня вообще ничего нет. Слышь ты, давай, короче, я тебя к себе позвал. Да я тут голый. Я голый вообще хожу. Да что? Ладно, на тебе самый крутой нагрудник и штанцы. Ой, не, ботинки. Батин. Ну ладно, на тебе еще чародейскую книгу крутую. А меч, а меч? А меч у меня один. А... Ты что, защитником будешь? Ну на, держи, ладно. Я бабушка тебе тогда свою старую броню отдам, смотри. Шикардосно, вот то, что мне надо, вообще идеально. Вот о, это я приоделся, конечно. Ты что, обратно идешь? Опа, ну-ка. Не знаю, а вторая? Она ты... ничего не делает. А там еще одна есть? Да, с другой братан, стороны есть. Братан, нафиг ты меня бьешь? Мне было больно. Я вообще-то тебя ну-ка, не бью. Ну-ка, тыкай! Тыкай на нее, да ты тыкай сильнее! Не работает, братан, вылазь. Это так сложно тыкать кнопку, когда вверх по лестнице ползешь. Ты. Братан, ну у меня 2 хп, дай еды. Да, я, кстати, сам ты сделал. Ты ее никуда не засунул, точно? Я ее нашел. Ну, тогда я есть не буду. У меня еще есть какао-бобы, но я не знаю, что с ними делать. Ты не туда пошел, пошли туда. Так, погоди, я хочу зачаровать свою кольчужную. А, точно, я ж тебе дал зачаровальню крутую. О, а что ты нагрудник не одел, алло? Так я его зачаровываю. А, все равно 5 уровня надо. Что ли? Все ясно. А я тебе могу еще лазурита дать, нужен? Так у меня есть, но это не то, что ну, мне сейчас надо. Ну, может, продал надо. Бы его там, фиг тебя знает. Яр, слушай, я не знаю, где какую комнату идти, я не шарю. Сюда, давай сюда иди. Ты у нас самый мощный сюда. И крутой, а я здесь постою, посмотрю. Лагер, я тебя толкнул, беги. Я тебе помог? Сильно? Сильно, очень сильно. Ура! Че, мы туда или вниз? Давай я вниз спущу, посмотрю, что здесь есть. Давай, ты вниз, я сюда. Блин, братан, да тут дофига всего, тут еда есть. Тут снова закрытые люки, да что пиха. Ну а эти арбузы, они что-то не ломаются, слышь, они походу так чисто потроллить нас. Черт. Опа, а у тебя кирочки случаем нету, братан? Нет, а что там интересно? А что-то? Тут, да, железо разное, уголь, короче, есть. Так. Типа приодеться. Я новый лабиринт нашел. И он какой-то долгий, походу. А, не, нормально. Так, погоди. Бабам, я прошел лабиринт, сейчас мне будут жопу надирать, братан, ура, я рад. А тут нет, арбузоломалка до сих пор нет есть, прикинь. Ты в курсе, да? В смысле, специально для арбузов? Ну да, ты вот тогда там... тебе нужно вернуться назад и пойти ко мне. Ну-ка, если я нажму на эту кнопку, что произойдет? Так, ничего погоди, хорошего. Я арбузоломалкой ломаю арбузы, как тебе? Ну, не братан, я тут один, походу, не справлюсь. А что там такое? А, не, справился. Да тут это, проход в другую комнату какой-то сложный. Нужно кнопку нажать и прыгнуть. Да блин! Как-то дико сложно. Фух, я Яр. Прошу. А. Там стрёмная комната с паркуром. Мне это очень не нравится. Очень-очень не нравится. Я в тупике. А-а-а! Нет! Какие злые чуваки, они меня чуть не отмудохали. Братан, тут слишком много комнат, я уже запутался, я сейчас вообще в воде тону. Так должно быть, это по сюжету, по плану. Что происходит? Я только что проходил паркур, а теперь я в воде. Я просто тону, братан. Это я нормально. Нашел снова огненный лабиринт. Ура! Я задыхаюсь, погоди, помоги мне чем-нибудь. Пожалуйста. О, я нашел место, где можно подышать. Я чуть не помер. Братан, у меня 2,5 хп, о чем ты? У меня так же 1,5 было. Ну все, пока мистик, кажется. Мистик за это, затупил. О! Рыжая комната. Братан, я потерялся. Все, мне хана. Братан, спаси! Я не хочу за... Ой. Ты у меня больше нет меча и брони. Что делать?
Иди ко мне. Я к тебе, пожалуй, давай я с тобой лучше тут буду. Короче, это паркур, с какой стороны в какую? Безопасная комната, Яр. Ну, по крайней мере, она выглядит безопасно. Ну, пока нас никто не бьет, это хорошо. О, буду синяя тебя комната. Бить хотя бы. Тоже она будет. Можно еще, смотри, пропаркурить, по идее, и добраться до той комнаты, да? Может быть, там какие-то бонусы? А я тут голенький стою, конечно, мне это надо. Мне кажется... Нет, туда вообще на изи, братан. Я здесь был, там скелеты заспавнились, Яр. Не, я в другую сторону иду, смотри. Блин, не смотри, я там упал. Стыдно было. Хорошо, не буду смотреть, подожди. Я сам проверю, что там. А, синяя комната, погоди. Я здесь не был, но здесь так много раздатчиков. А ты в какую сторону пошел? Я в ту самую. А, нет, так тут еще одна комната есть. Господи. Даже две! Братан, тут, мне кажется, 3 миллиона комнат. Сколько парень строил эту карту? 80 лет, мне кажется. Ну, мне кажется, надо было сначала Hell прочитать. Ну, в любом случае... Знаешь, он начинал ее просто проходить с самого начала Майнкрафта. Как только альфа-версия получилась, он такой, ага, эта игра стрельнет, пора, она будет популярна. Карту. И когда будет версия 1.12.2, тогда-то я выпущу свою карту. Мне кажется, так и было, не? Короче, спросить у него. Яр, в любом случае, я сказал, как он ВКонтакте подписан, поэтому я тебе предлагаю уже в следующей серии разобраться с остальными комнатами. Разобраться с ним, на стрелку его позвать, сказать, типа, зачем так много комнат? А ну-ка давай признавайся, как полегче отсюда выйти. Он такой, нет, пацаны, не бейте. И мы такие, ага, боишься. И такие, бам-бам-бам, прошли. Круто? Да, именно так. Мне кажется, план без изъяна, план без изъяна. Яр, там водная комната. Ладно, в любом случае, спасибо, ребята, за просмотр. Мистик, как всегда. Всегда самый лучший, так что ставьте Лукасы за мистика, самого лучшего в мире мистика. Да, это я, привет! А мы в следующей серии, короче, разберемся со всеми основными комнатами, да, надеюсь, а их вы... все посмотрим и... Да-да-да, вы, кстати, тыкайте по подсказкам, там, по описанию, там ссылочки есть на новый там летсплей. Ссылки, короче, на моем канале! На все, что хотите, друзья, все там есть. Вот так. Да. Все есть, так что подписывайтесь, сами вместе к лагерь были. И вот, все. Пока.